он очень мило чихает, блин. Жми кнопку, когда чихаешь. Блин, Войт, мне... Да, миллиона спрайм. Почему когда начинают говорить, что-то начинает говорить тоже? КД все равно не поймал, скажи, пал, сори, надо заменить. Мне попробую... А, все. Может быть. Сори. Че, стример вернулся в гильдию, блядь? Зачем ты оправдываешься? Напиши, напиши. А еще скажи, а еще ты не идешь. Че он тут рейд рейлил? Написал бы, сказали, что ты кидал, и все. Сейчас он столько вопросов на задаст. Нет. Конечно. Хотя он моего рогу все равно не знает, он знает только моего ДК. Привет, блять. Ты что, соло не затанчишь? Какой, сори, гад. Ой, извини, не так написал, там уже чест. Слушай, там этот... Лол, ебать, вы этого стримера вернули? Какая-то. А кто стримера вообще взял в это в гильдию? Зачем? Я рендовлюсь, прогружаюсь. Иконки пропали. Шарпи, давай в танк быстро. Да, я тут, да. Блять. Войда, я спекнулся в танка. Никак нет, бой был. Какая тут тактика? А я рыбу не успела поесть. Тактика хуй. Мысли. Капец. Потому что я, блядь, в ДЦ, а не в холик, я даже не спекнулся еще. Это причина, стоять. Именно поэтому я стохал уже, блядь.
Герку там, не? Это все потому, что 2DC. А нахуй было вообще запускать, блядь? Хейзе, я не заметил. Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память. Да хер кто признается. Замени трансфер. Признайтесь, минус ролла и ГП не будет давать, пацаны. А и так, да. Ага, проверяй, признались. Блин, почему мне не верят? Трансуха, замени его. Он не заходил в инст ни разу. Его сумонили по 20 раз. Он возьми кого-то с гильды. Он Ванзая бери. А, да. Дискон, дискон, дискон. Пойду посру. И другие подробности биологические. Это я активирую. Пойду поковыряюсь пальчиком в она. Во, пошло. В своем? И кто сказал? Да нет, он только в чужом ковыряется. Фу. А я сыграю Mortal Kombat. За какого бойца сыграть? За Вайда. Скорпион, блядь. Так, Скорпион. Mortal Kombat 2, давай. За Шансунга надо играть. Finish him.
запустили сервер. Ваша версия клиента устарела. Пожалуйста, обновитесь и используйте на клаунчик. У тебя 3 минуты дропают. Заходит? Надеюсь, да. Да-да-да, заходит, все работает. Да-да-да-да. На туре обновить лаунчер. Ну давай обновим хули. Ой, они ужели, они, блядь, ЗСО. Там Тринкель, который 4 миллиона крита давал. Да. Здравствуйте, поставили ЗС. Как дела? Сирус.су, самый лучший сервер. Есть обнова? Я бы такой хотел тринкет. У меня нету обновы. У меня тоже никакая обнова не ускакивает. Мне пишут, версия клиента устарела, но типа не обязательно обновлять. Ладно, заходите в игру, если выкинет, то выкинет. Заходите в игру, вас обманул клиент, ну, обнову на самом там деле. В чате пишут, если вас выкинет, типа через 3 минуты, вверху. Я не вижу. Ну, меня не выкинет, походу. Меня тоже не выкинет. Всем привет. Поэтому резаемся. Приветствую, Джурада снова с вами. Хорош. Джурада, блин, так давно тебя не было. Я скучала. Заходим. Ну какая у тебя красивая воет. Это Метриоз? Метриоз. Нифига Метриоз. Чё, вы же в ВВК? Так, вот этот Кимаси, спекаси по товару. Господи, какой Метриоз классный. Трансуху поменяю, он так вынес недалеко. Чудо Метриоз и на ДК. Трансуху, ну давай, кто там? Моса хотел, по-моему. Места не было. Сока там не зашло, пугов. Ни один пуг не зашел. О, кикай. У нас гирей. Вальхала, я не знаю, кто это он оф, но ты сидит. Иди был вроде. Сейчас Моса зайдет. Да не знаю, покажет. Где вы пугов увидели. Он в гильдии. А, Вальхала? Ну. Я же говорю, ни один пук не зашел, у вас герой. Смотри, это нормально. Ой, это у меня красивая рога. Где там Моса? Кто мне пишет опять? Есть возможность вернуть попасть чи нет? В рейд есть возможность позвать? В ТДК? Замена там хуяна и так далее. Не, мне пишут, что обновить через лаунчер. Войд, давай это такая штука по месту вступлю. Потом ничего не обновляет. Хожу налево, я бы уступил по месту. Вот разок что спрашивал. Слот есть, нет? Нет, идти просто надо. А можно я локом 192-м зайду? Я всех затащу. Да не, нету. Сейчас бы мастер сказал, что все ДК должно быть БДК. Да, я. Вы точно этого хотите? Ну, я тут. Сейчас у меня что-то какой-то глюк с этими. С Малком.
Моса, Моса. Моса. Таблетки от поноса. Моса. Да, можете сумануть, потому что у меня какой-то баг реально с маунтом не могу сесть. Окей. Все, я зашел в Джурада. Сейчас плюсанул. Плюсанул. Только мне все равно пишет, пожалуйста, обновите клиент. Ну, у меня Мишка. Так, вы что, там объясните, что делать просто первый раз? Ну, прутоварки, мась. Не-а. Моего сумманога, он не понимает. Нет, вы не сумман, не пизди. Мне написало, типа, нельзя применить эту цель. Дайте пати, почему кикнули? Танка друг. И зачем меня кикнули? Я уже как бы сам подлетел, камон. Я не понимал, меня не сумманили. Прикольно. Не будет. Завтра. А, завтра. 9. Да, конечно. Отменю все дела, нахуй приду. Во всем виноват Волан-де-Морт. А рыбка будет? По-любому. Вон висит твоя рыбка. Кусовой. Че вы паритесь? Завтра придет Турбойс, он всех затащит. А бесплатные напитки будут? А можно каску приведу? Только бесплатный секс свой. Могу тебе чая налить мятного с медом. Кто первого дела захватывает? Да. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герои. Это Турбо, Турбо. Чё такого? Турбо, ты тут? Да, да, чё хотел. Ты вот это тело хотел на трансмут? Да, да, жулик. А я его сейчас распылю, блин. Бля, я... Не знаю. Я плохо не буду. Тратишь наше время, паладин.
самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормок Пронзающий Бивень. Бой, герои! Народу королю! Зачем он жгучу цепанул? Забирай. Это ж охуенно. Слышу, надо же найти его, погоди. Да нахрена я похил боту, блядь, хил. Да. Только мне с панельки надо вытащить вручную, кого поднять, понял? Ох, кого-то ебануло. Ну-ка, зубы доцепни. Кикай, заменяй. Это Шреддер, блядь, чё? И в рейде вроде бы. Так я хочу наоборот в рейде. У меня всё КД!
Слушай, там убежать вообще невозможно. Серьезно, бежал, лишь выки сколько раз был. Ну серьезно, я не знаю. Да нет, там что нереально, я базарю. Вот. Вот сейчас убежали. Почему все убежали, а? Нахер уже. Это волшебство! It's magic, magic. Проплачено, все проплачено, блядь. Это потому что дурачки сдохли. Пошел ты. Наконец-то я турбу передам. Турбо, че по ДПСу, а? Бля, мне как-то это на полу трудно ДПСить. Все, буду внукам рассказывать. Это все потому, что я скиллы поменял. Там все пароло, по-моему, да? Кроме трени. А вот этот хищника плащ, это ж Буеха вроде, да? Запускать? Нет. Буеха на обычке падает в 25. Стой. Ты же можешь просто сменить мастер-лут на групп-лут обратно и нажать «нет», типа по ЕБКП, ну, не использовать его. Лайфхаки подъехали, блин. А ты чё, не знал, что ли, Войд? Как дела? Ебать, блядь, за кем мы идём? Всё, слази из бочки, иди в позор вместе с Турбой. ЕП мне за подсказку, пожалуйста, спасибо. Шарпистул. Шреддер говорит. Шреддер. Полтинник. О, заебок. Спасибо. Прям сама щедрость. А запустили? Советчики сразу ебать полезут нахуй. Советами заебут. Войт, а ты обилки неправильно прожимаешь. На боссе. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Ты себе ЕП за это начислил, ведь? О, МТ на боссе. Спасибо. Нобов собираю, отвожу от рейда, как обычно. Они бахают больно, там под боссом помрут. Я первый касс сбиваю. Сбил. Вот от кости.
Меня кто не закидли. И без захиль. Отведите там Джедика за. Бахнул. Согласен. Мне утешение. Оно и не выпало. Альянса. Да, там обзор все уезжает. А там мастер обычно линковал в конце боя, блять, кто нахилил метку. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Всем здорово. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите... Фу, Эвестери! Они хотели запятнать честь Альянса. Вообще ты нет. Ты что, все фуги, что ли? Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместе... Это одно вышло, да? Мы бросаем вызов Орде. У тебя лаунчер обновлять начал? Да. 37 мегабайт. Во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Нихуя себе маленькая на 70 мегабайт, на 80. А стрим будет, как ты вала ебешь? Включай фантазию.
Плюс смерч, гнев, потом таун. Смерч, гнев, таун. На детали могу поставить. Последовательность. Повтори еще раз. Кого убиваем? Последовательность. Войд. На диспеле поставить, на маз диспеле. Могу пожмякать, пока шарп пистол. Окей. Да, я тут. Хильните Джураду, сейчас сдохну. Я сдох. Кого бьем? Кружок. Ромбик бегает, короче, танцует. Сейчас пойдем, диспетчер кружок. Присты упали. Хилов надо бэрить, вот. 3-2 хила осталось. Вообще мертвые. Дальше цель кого войд. Маг. Алибабу. Джурада, смотри, как это делаю я. Я вообще дохлый валяюсь. Я вижу, что ты дохлый. Смотри, как это делаю я. Видишь? У меня нету цепей, которые морозят. У тебя есть корни. Есть. Так я держал в корнях, он меня просто забил и все. Ребят, позбивайте касты кресту, пожалуйста, по возможности. Мобы хилов, пиздец. Жалкая тряпка. Рестор друида, как, блять, он его на фул. Один шам хил остался. Вы сейчас все попадаете, там один хил остался, бузер. Все на бузера, надежда. Диспела нету, нихуя. Все, все хилы упали.
Ой, там по рейду диспела вообще не было. Массового диспела не было. Бля, ну если я сдох, нихуя не было, ни агро. Просто мне вот с первого пула, бля, они как вышли и сразу убили меня. Потому что ты Геру не диспелил. Я диспелил Геру, алло. Нет, одного. Посмотри в чат, я тебе скинул рассеивание специально. Ну ты точечно скинул. Этим рейдом мы Лича бы не убили с первого пула. Я могу в Каприста спекнуться. Да я уж понял. Я ДК подержу. Давай я снова тогда. Хотите прикол? Маунтов нельзя юзать в Долоране, этих, которые за випку идут. Не только в Долоране, конечно. Войд, кто у нас массовое рассеивание дает? Кто точечное? Какой из престов? Скажи им, пожалуйста. Они оба точечно хуярят. Ты чё, упоротый? Я тебе могу в Дискорд скинуть скрины, где у меня написано то, что я Геру снял с каждого у них. Так-то сказали вообще-то просто, ДЦ просто массовым рассеиванием диспейлинг. Да, у нас варшот на ДЦ. Да, ДЦ, блядь, самый первый, там, блядь, сдох от мар. Варшок. Thank you.
Батшоку в рейде. Ребята, ну вы ровки. Беги, малышка, беги! Гера, может, ебем, не? ПК, отойдите и грибни. Минус холиприст. Кружок бейте. Стол, пожалуйста. Ашки себе боб дай, блять. Ашки боб дай, тебя пиздит. Спасибо. Инвиз прожми, блять, мат, сука, ты обрачок, ебан. Тише, так, будь себе, пожалуйста. Тише. Ты меня услышал? Тише, будь, пожалуйста. Вас выбрало в цель, получаете урон. Вы бегите, ребят. Просто бегите. Они сменят таргет. Будет время отхилить вас. Кружок они убили, дальше. Еще ходы. Где уж тебе? Давай. До самого начала было охуенно. С самого начала, но они, ребят. Надо просто понимать, к вам моба вытащит, у нас есть 2 ДК. Вы не бегите туда, понимаете, у кого мало брони, на того они будут агриться. Танки не в состоянии, если вы рядом тканевик стоит, не в состоянии шокулу какого-нибудь нормально переагрить. Просто это надо понимать, на чужую половину не бегите, ждите, пока 2 ДК к нам притянут на другую половину. Там не 2 ДК, а метку. Ну, 1 ДК, все равно он хотя бы через... Поле этого притянет моба. Через 10 минут рестарт. Добрый день. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями. Может, чела все-таки вернут одного? Ребят, если вас берет либо моб, либо мини-босс этот в таргет, это говорит о том, что он вас будет бить. И у него рамка красная становится, вам надо бежать от него. Если есть хилбот, то ваш ник-фрейм отображается красным цветом, и это говорит о том, что на вас агро. И вам надо бежать, а не стоять, кастовать или хилить, диспелить. Похуй что, блядь, чем бы вы ни занимались, вам надо уходить оттуда. Радискорд.
сейчас не успеем забить дискорд. Вонзаю сову отпиздить. Центр ферно. Где? Ага, есть массовое растение. Это лучшие представители Орды. По хилам можете больше поконтролить, потому что отхиливают его. Хорошо, звезду еще добить. Мы звезду не можем. Еще не убили. Не, все, его захиливают, Волк. Это лучшие представители Орды. Ну тогда только с мобы. Мне похуй, у меня пятая катана. Ага. Да, покажи скилл, мастер, если да не сдохнешь. Да я рад нахуй за шаму. Что, одевать сову, что ли? Беги, малышка, беги! Или мишку, ну. Поэтому нехуй, блядь, в нами ходить, блядь. Вот, вот такая хуйня происходит. Постоянно, блядь. Какая хуйня? Ну такая, ну, четвертый или третий вайп у нас на чембах, блядь. А может, эта хуйня происходит не из-за того, что вы в нами ходите, а из-за того, что вы не умеете ими играть? Ну да, там люди, 2к ДПС, блядь. Конечно, блядь. Какая разница, блядь? Есть твины вагоны, есть твины, которые вообще не вагоны. Ну если простыни сбивают, о чем? Ну что, у вас холипал есть? Блядь, захожу шамой. Чего мой руку не устраивает, блядь? Да, 2к ДПС, все нормально. А чего, что я весь выстоял и контролила? Нет, это вас не ебёт. Ты молодец! Ты чё, что я нормально тыкал, по крайней мере, на этих пусах? Чё, вообще лучше обычно, что ли? Да. Давай, Пати. А чё у вас, блядь, по хилам? Чё не так, нахуй? Серые нормальные, блядь, всегда видел их. Ну так я тоже шаманом всегда дохну по КД, поэтому у нас есть паладин один хотя бы, да.
Бузеры обратно, я на половину захожу, хотя бы бопы буду давать нахуй. Ладно, после рыбу-то пацаны. На валик напало даже зайти. Это тренинг типа. Да, должен быть, наверное, не знаю. Блять, можно мне тогда тоже на деканат, но будет мне шмат на ром? Вот и бета. ШП надо? Говорю, надо ШП, не? Опачки. Через этот за... Меня лагать будет пиздец. Для клиента обновляйте, я сейчас попробую через этот ярлык зайти. Через что ты заходишь? У меня вообще загрузка, короче, идет клиента, блядь. Идет загрузка, отрубите нахуй античит. Фу, блять, античит, сука, антивир. У меня загрузки было 70 мегабайт, скачала сразу нахуй. Просто вырубите его, это и все, блядь. Антивирус свой. Ну. Я захожу, да, пытаюсь.
Шейпер зашел. Привет. Счастливый. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались... Тычка будет? Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса! Каски нету. Каски нет. Это было лишь пробой. Каски нет. Да. Кто? Кто там? Да я уже раздал кулаки, блядь. Я почему-то вижу на себе прото вместо каски, но похуй, блядь. Напишите Шредеру, что он долбоёб по той причине, что у нас ДЦ в рейде есть, нахуй прото это не нужно, блядь. Чё, места нету уже? Отдай мне один таргет, тупо. Пусть Кемаси там и Шреддер вдвоем танчат одного. Дай мне одного просто. А я на ком, кстати? А, на роге. Знаю. Фильм смерти. Шредер, уйди от моего квадрата, блять, нахуй! Вроде говорил, что я танчу квадрат. Все спойте, пожалуйста, сроки превращения. Быстрее!
что? Я фир поймал. Все, убили. Охуенно, тут тащит это шмотье, просто заебатая кро, блядь. Садам. Есть, но есть и такое, блядь, чисто. Ну, если возле никого нету, ну... Гузи, руйнер, залейте. Маг жив. Да они по хилам нашим не играют иногда. Бузер, Боб, дайте паладины. Боб, Бузер. У меня КД. Деминишн просто. Ты сказал бить мага, но... Он сказал череп, блядь. Я услышал мага, мне похуй. Я сказал, я услышал, блядь. Мага, и пильжу мага, блядь. Разговор надо начинать с «эй, ты» и ник произносить, а потом ульт. А потом... Не да нет, ты понимаешь, вот видишь, твинки вышли, и даже если 6 человек одного, 6 другого, все равно убивает. А на твинах нихуя не убивается, понимаешь? Мертвецы не рассказывают сказок. Хороший фильм. Мистер Коли, ты тут забыл. О, потом еще этот есть на фокусе, край урон. Хуё там, блядь. Хуй этот выбор упадёт. Он рассчитывает на жизненную силу владыки мира. Чё ты не кричал на меня, когда я ромбик пиздал на? Когда все подраз бьют. Ты живой! Ты чё? Что он забыл. О, вот его возбуждение, нахуй, выглядит, блядь, двух ботинков, блядь. Ботинки, блядь. Один на одну ногу, блядь, вторую на вторую, нахуй, и пошел, блядь, гулять, блядь. Писать голды мне, нахуй, сюда, блядь. Объясните кто-то, нахуй, Шредеру, я просто не могу уже объяснять, нахуй.
что когда, блядь, в рейде три паладина, нахуй, и двум из них, нахуй, надо, блядь, каску на... Он бафает протон 30 минут, при том, что он может себе, блядь, бафнуть протон 30 минут. 4 трофеи отдавать, да? Отказываться? Ну это уже пиздец. Это тапки ролятся? Нет? Тапки отдавать. Да, тоже перезахожу. Кантунг. Что тебе угодно? Тогда мы уберите, нахуй. Бузер. Последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Перемести его. Я на пала зашел, уже говорил. А я тут, нормально, я в инсте. Кто на боссе? Что у тебя законченный билд? Полу-полу-полу. Обращай внимание. Какой нахуй ПВП? Да. Нормальные хилы, блядь. Не, сейчас лучше. Сейчас лучше. Охуенные просто. Смотри, блядь. Смотри на этот божественный хп. И это просто охуенно. Не зайдешь ты на хила, я буду хилить, если чё, блядь. У нас российский рейд, ну. Thank you.
Ебать, я уже думал, что Шреддер меня не передамажит. Ну выбор, блять, упал. Оу, нихуя. Что, я забираю его нахуй, блять. Да, охуенный фиг. Чё ты его забираешь? Я. Шансон, ты что, уступишь, да? Я сюда тупо за ним ходил. Я тоже. Погоди, ну-ка, стой, где там твой ретрик? Стой. Портал, тыкните, пожалуйста. Ты тупо за ним ходил ретриком 238, да? Ну, типа, я связал приста специально. Понятно, ладно, вопросов больше не имею. Мастер, кикни его. Мастер, кикни его. С гильдии, окей. Шансунга. Так, погоди. А, нормально. Ебать, нахуй, как всегда, Шреддер, сука, с печати поведомления, еле меня, сука, передамажил, я охуел. Ебать, вы дауны. Ааа, не могу. Это так хуёво, что даже хорошо. Это конично просто. Конично, да, конично. Why? Я возьму на танк. Нихуя, я выиграл. Их не было. Не? Или они были? Нагородник тоже смогу. Если это на танка нагородник. Или, а, это нагородник. Да-да-да, мимо. Ой, это рейд пересребирать будешь? Согласен. Ты просто мастер, я не буду. Я под докингом. Так слышишь, по-моему. Что, кто говорит? Чё, я не видел, он не общается нахуй. Нормально. Почему у меня Шреддер тоже учился? Почему я этого не вижу? А потому что он конченый, он всех почти учается. Он говорит, если бы самолет. Ты жил в Корее, тебя бы звали Кончен. Кончен, да. Так, до Мактаридона, да, летим? А ШП это будет забирать? У меня нет Шреддера, чей сейчас за прикол. Так, а место оставите, блин? Или там все на... Ой, срать хочу, и в рейд хочу. Чё делать? А сосать ЕП? Так при чём здесь ЕП? Я сейчас в магик не попаду в игру. Да вон, кимася, сотку же бросил. Просрал магик, да? Нет, чё, ну... Да! Буквально! А грудак тогда кто? Я выиграл, получается? 800, ну? Я начислил ЕП. А, ты уже отдал груд? Ну, сейчас давай по... Не, Валтер, да. Валтер. Пидорасы? Какая карта нужна для груни магии Герб? Четвёртая, да? Четвёртая. Сука. А кто будет собирать?